Уважаемые коллеги, мы сегодня собираемся второй раз в этом зале. В прошлом году мы входили в процедуру лицензирования. Вот сегодня мы вас собрали, чтобы, наверное... 1 января вступили изменения в жилищном кодексе, которые касаются и работы управляющей компании, и укрепления платежной дисциплины собственников по неплатежам за жилищно-коммунальные услуги. Это и начисление пени за неплатежи, затем изменения в жилищном законодательстве, касающие порядка проведения собраний, наделение полномочий советов старших домов, ну и другие вопросов очень много. И вот эти все изменения жилищного законодательства именно поэтому и рождают ряд вопросов, на которые мы хотим сегодня и обсудить на нашем семинаре-совещании.